Ольга Белоброва. Ольга Белоброва. Я думаю, знакомое лицо. Вот все знакомые лица приходят. Ну, видите, все хотят работать на Дельканале, не Сергеев. Только мы не регион. А уже все? Мы просто Енисей. И коротко о главном в анонсе. Прям как новости. Коротко о главном в анонсе. В студии Людмила Сережка и... Кто я? Игорь, Слава, простите. Так вот, какая у вас? А, я, в принципе, как скажете. Ну, давайте сначала, да? Да, делим как бы напополам. Дарья Динер. И Игорь Костенков. Это же что говорить. Ну да, что-то там сказать, а там дальше в программе вы увидите. Ветер западный, 3 миллиметра в секунду. Одевайтесь по погоде и знайте, что утро без вас не начнется. Не начнется. Пока. Утро на Енисее и я, Наталья Пермякова, и Слава Громов желает вам хорошего настроения и приятного дня. Уже можно было, наверное, запомнить, да, финальную фразу? Без вас утро не начнется, нафиг. Но у меня кретинизм с фамилией. Зашибись. В этом году у нас замечательно выпал... Снег. Мы так рады вас приветствовать, что вы себе даже не представляете. Сегодня вместе с вами Ольга Белоброва и... Слава Громов. Доброе утро. Спасибо, что просыпаетесь вместе с нами. Не переключайтесь. Чуть ранее несколько десятков красноярцев приняли участие в кастинге и получили возможность научиться хасту. Анна Мелиханова. Слава, знаешь ли ты, что существует интересное предположение о том, что женщинам не нравится, когда их руки свободны? Знаете ли вы, что именно женщины любят осваивать самые необычные профессии? А вот какие оригинальные профессии по нраву нашим красноярским девушкам, узнаем прямо сейчас. Вас встречают Евгения Ботвинева и Слава Громов. Ну, давайте выпьем. Девушки, цветите и радуйте своих мужчин красотой. Всего вам самого хорошего. Добра в хату!